Всем привет! В толковых словарях аксессуарам дано примерно такое определение. Необязательный предмет, который призван что-либо украшать. И я с этим категорически не согласна. Аксессуары не просто дополнение образа, они могут стать его основой или полностью трансформировать комплект. Главное – уметь с ними правильно обращаться. В этом сезоне роль аксессуаров стала еще значительнее, чем прежде. Дизайнеры, которые несколько лет подряд воспевали минимализм, снова признаются в любви к ярким деталям, которые обращают на себя внимание. Крупная бижутерия, необычные головные уборы, оригинальные сумочки – все это снова актуально. Отличная возможность сделать свой образ более выразительным. И, кстати, у меня есть для вас несколько необычных идей. Совсем недавно платок казался вещью немодной и устаревшей, но все меняется. Этой весной такой аксессуар должен появиться у вас. Платок многофункционален. Это такой трансформер. Его можно повязать на шею, на предплечье, на сумку. Использовать его в качестве головного убора, ремня или придумать ему любое другое назначение. Благо, вариантов множество. Ну и главный хит весны – панама. Любимый головной убор серферов, походников, любителей рыбалки неожиданно стал главным трендом этой весны. Особенно классно панама смотрится в образах в стиле 90-х. И для того, чтобы подчеркнуть эту историю, не бойтесь суперобъема. Оверсайз куртки, футболки, брюки, кроссовки на массивной подошве подойдут идеально. Кое-что интересное я оставила напоследок. Речь идет о гольфах. Аксессуар это неожиданный, иногда даже спорный, но этой весной именно гольфы показывают вашу осведомленность в модных трендах. Стоит помнить, что контрастные сочетания и яркая расцветка, которая так хорошо смотрится на подиуме, в жизни может выглядеть несколько провокационно, поэтому я бы рекомендовала остановиться на нейтральной палитре и классических вещах. Как видите, аксессуары – это сила. Увидимся на следующей неделе.